Всем привет, вы на канале Супер Серж. И да, я извиняюсь за то, что уже долго не было видео. Ну, сегодня это наконец-то уже момент настал. И вот новое видео. Сегодня у нас будет видео про Лего Сити заправку. Такую заправку. И это два в одном, то есть можно собрать как заправку, так и автосервис. Ну, автосервис я пока собирать не буду. Как только над этим видео наберется, давайте посчитаем, 500 лайков нужно. 500 лайков. Вот тогда вот я буду уже начинать собирать потихоньку. И, скорее всего, уже выйдет про это видео. Ну, в общем, давайте сейчас самый интересный. Ну, не самый интересный. Ну, давайте, короче, пока машинка. Поехали. Первое у нас это будет такой маленький паровозик. Паровозик он у нас вот так вот будет ездить и чистить нам пол. Палас. Ну, у кого-то не палас. Вот. Ну, у кого-то не палас, но что. Короче, не важно. Вот. И здесь такие вот штучки, которые двигаться могут. Да, также тут вот эта штучка может двигаться вот так вот. Их можно отсоединить вот так вот, то есть две дверки части. И обратно присоединить. Блин, сейчас, секунду. Также тут есть метла. Тут у меня уже этих швабр полным-полно. И с другой стороны у нас лежит лопата. Опять же лопата. У меня уже много. Ну, сзади у нас вроде бы ничего необычного. Хотя, ребят, смотрите, в чем прикол. Короче, тут написано, ну, написано, наклейка наклеена, что это не подходил удалить только. Открываем. Ребят, давайте я пока закрою камеру. Итак, ребят, я открываю. Хоп, и там мусорка. Мусорка что у нас? Электрическая? Ребят. Если по вашему считаете, что это бред, то мне вообще тут нет. Тут же есть артикль этого набора. EN6032. Это артикль набора. Также сверху тут есть такая мигалочка маленькая. Вот и все. Сейчас давайте посмотрим на фигурку. На фигурку у нас рабочая. То есть там идет такой оранжевый жилет, оранжевые штанишки, сзади у него такой ремень, рация, кармончик, капюшон и светоотражающая полоска, что мы не видим, как она светится. Это синяя. Выражение лица другого нет, это одно. Мыло. Вот тут еще также ремень, два кармашка. Тут торчат еще такие вот линии от кофты. Вот. Прикольный человечек такой. Ну, в общем, об этом мы уже поговорили. Давайте перейдем к саму. Ну, к следующей машинке, это у нас будет эвакуатор. Поехали. Так вот, вот такой вот у нас эвакуатор. Синенький такой, с мигалками. Такой у него перед. Такой у него зад. Также у него есть такой крюк. Он может вот так вот болтаться.